Друзья, сейчас я объясню правила игры «Разряд юмора». Нам с Ваней Колесниченко установили шокеры, которые будут бить реальным током. Мы будем зачитывать плохие шутки. Ваня, еще рано. Мы будем зачитывать плохие шутки. И тот, кто минимально улыбнется, получит разряд. Меня будет бить Юля, потому что я ей уже не доверяю. А Ваню будет бить Ваня. Ты смеешься. Давайте попробуем. Поддержите нас, да? Мы переживаем. Ванька, нам нельзя смеяться. Мы готовы? Мы готовы, кто начинает? Все, ребята, смех ваш закончился. Давайте я начну. Как называют певца, который за ночь оставил в клубе все деньги? Йонел истратил. Не работает! Все. Бей его, бей! Нажимай. Почему так поздно? Ты опять смеялся. Все. Друзья, все, соблюдайте правила. Все. Он смеялся! Сейчас тоже. Пусть твоего с лица. Нажимай на него. Все. Нажимай. Следующая шутка. Давай. Как бы звали второго президента Российской Федерации, если бы он родился на севере Молдовы? Знаешь как? Борис Бельцин. Как зовут крайнего слева из Стояновки? Дима? Всем плевать. Нет, ощущение, как будто отнимается рука. Давай, продолжай. Под чем выступает Паша Парфений? Под парфеном. Не работает. Да работает, хватит уже. Так, почему после Игоря Дадона невозможно доить корову? Она додойна. Как зовут молдавскую певицу, которая ворует на базаре? Знаешь? Зинаида Жулик. А меня не бьет. Тебя не бьет? Она не нажимает. Она вибрирует. Юль, ты не то включила, Юль. Надо, чтобы белотоком не вибрировала. Ой, Жулик. Жулик, Сергей Жулик. О, хорош. Ты смеялся? Давай, следующая шутка. Ребята, переходим к следующей шутке. Тебе. Как понять, что Адриан Урсу закончил петь на музыкальном фестивале? Пришли люди. Пришли люди. Я жду разряд. Нет. Нет, ты должна вот сюда только нажимать. Отыгрывай. Его вибратором бьет. У меня не работает. Нет. Все работает. Смотри, вот здесь. Хватит. Да все, прекращайте. Не, чтоб ты почувствовал просто. Дальше. Где стрижется Наталья Барбу? В барбершоп. Да. Все, я пробил. Ребята, шоку. Что общего между пиджаком Вани и самым маленьким презервативом? И то, и другое ему велико. Да, он смеется. Ему все равно. Это неправда. Тебе что, не больно? Пиджак небольшой. Друзья, в гостях в Молдове была Стояновка.